Всем здорово! Сегодня мы попробуем посмотреть на игрушку Inverbis Virtus. Здесь нужно играть голосом и так далее и тому подобное, но без лишних слов. Давайте начнем новую игру. Активировать, да, наверное, да. Так, что такое, я не знаю. Какая-то магия или что-то такое. Indomitus Games Presents. Красиво. Unreal Engine все-таки тащит. Как ни крути. Так, пробираемся сквозь какую-то бурю в каких-то чудо-перчатках. От кого-то или куда-то. Понять пока сложно. Воздух плавится. Невыносимая жара. Ветрище. Песок. И волшебный амулет. Который дарует нам... В душе не чая, что дарует, но, в общем-то, что-то дарует, видимо. Прорываемся сквозь толщу горячего воздуха. Находим какое-то укрытие. И снова падаем. И вырубаемся. От жары. Очевидно. Inverbis Virtus. Рекомендовали эту игру. Посмотри, посмотри, поиграй, поиграй с удовольствием. Постараюсь с удовольствием поиграть. Ага. Такая кратенькая сцена, что куда-то главный герой шел в волшебных перчатках, что-то нашел, какой-то амулетик или что? Что-то сдерживающее или накопляющее, сложно понять. Ну ладно, разберемся, думаю. О, красиво. Чем-то похоже, знаете, на Rage. Вот от id Software. Передвигайте мышь или правый стик контроллера, чтобы смотреться, используйте васт или левый стик контроллера для ходьбы. Так, хорошо, ходьба, ходьба. Ходьбы, 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 ходьбы. Шмяк. Нажмите Spacebar или геймпад, чтобы прыгнуть. Вот, прыгаю. Жик. Наверное, так как-то. Ну, как классическое управление, на шифте разгоняться, соответственно, на пробел прыгать. Ну и клавиши осмотреться и так далее. Скажу я вам. По-моему, кажется, что слишком контрастно, но... Да, вот очень похоже на Rage, почему-то я сейчас подумал. Правда, здесь как-то более, наверное, фэнтезийно, нежели в Rage. Rage-то там постапокалипсис, а здесь... Хотя здесь тоже что-то такое невиданное, неизведанное. Ну, посмотрим. Какие-то нужно будет, видимо, повторять заклинания или звуки произносить. Там описание было в Steam, я без понятия. Игрушку не смотрел, запуская первый раз, в душе не чаю. Как я уже сказал. Здрасте. Чтобы рассмотреть надпись, подойдите к ней поближе, нажмите E или геймпад. Надпись какую? Такую, что ли? А, во, подсвечивается. Так, какие-то иероглифы. Что-то это нам дает, видимо. Доступ к вратам, может, как-то или что? Сейчас посмотрим. Блин, классно Unreal Engine, конечно, играет со всяческими вещами. С графикой, да? А, ну да, вот-вот-вот, дверца. Заперто, батя, заперто. Наверное, нужно активировать все записи. Все символы, все иероглифы. А потом будет видно, наверное, да? Как там и что? Главное не профукать и читать туториал. Так, ну вроде бы все. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А здесь... А вот здесь столб должен был быть. Как здесь зеркально, нет? Ну ладно. Сейчас. Смотрим. В чем... А, он рухнул. Ну вот. Вот те раз. Что дальше-то? Ваш дневник был обновлен. Нажмите J или геймпад. Язык махаки. Я провел много лет, изучая идиому, известную как махаки, или махаки, что означает язык творца, но пока я только в начале пути. Несмотря на то, что я изучал многочисленные артефакты, содержащие надписи на этом языке и расположенные в местах сильно отдаленных друг от друга, распознать я смог лишь несколько фрагментов. Теперь же в зале храма, в существовании которого я не был уверен наверняка, что-то произошло. Теперь у меня было полное представление о махаки. В прошлом я не верил в легенду, но в этих письменных символах есть сила. В письменных символах есть сила. Ладно. Что я могу сказать? Молодец. Пойдем дальше. О, о. Теперь смахивает на Сириус Сэм почему-то. Ну ладно. Так, прогрузочка. Эх. Чё пугаете-то, ёкаловы-то? Полегче-то, молю. Красиво. Так. Встаньте внутрь круга памяти, чтобы сохранить игру. Это круг памяти. Будем знать, спасибо. Встал.
Оки-доки, что это такое? Какая-то карта. Так, я где? Я где-то. Так, вошел, пошел. Короче, ладно, игру сохранили. Посмотрим, что дальше делать. Здрасте. Какие-то грибы ли, споры ли? Игра света. Прям что-то слишком контрастно, нет? Или мне кажется, может быть, здесь что? Нет, здесь ничего. Есть у меня факел какой-нибудь? Нет. Пока не зажигалки, ничего, да, такого? Во, какой-то путь. Здрасте. Что-то тьма какая-то, ну ладно. Хорошо, нельзя взять, подсветить как-нибудь себе факелочек, нет? Нет? Ну нет, так нет. Ёлки-палки, туда иди, сюда иди, здесь какие-то штуки тоже есть. Лабиринтиус, на карте там было нарисовано, конечно, но... О, во. Нет, с тобой нельзя? Нет, нельзя взаимодействовать, ну ладушки. Пойдем дальше тогда. Так, хорошо, что здесь? Прыжок. Прыжок, скок, поскок. Книга. Книга бытия 1. О. Вначале был хаос, пошли эпохи. Прошли эпохи, хаос разросся, обрел массу. Прошли эры, и в нем зародилось сознание. В каждый миг своего существования он пристально всматривался в бесконечное пространство, и так со временем стал огромен. Потом он узрел во вселенной рождение чего-то, что было похоже на него самого. Где-то далеко появилась разумная жизнь, и за ней следовали другие, подобные, но отличающиеся, и все они имели свойство изменять окружающий их мир. Его внимание к бесконечным, но бессильным частицам вселенной сменилось жадным любопытством в адрес этих живых существ. И однажды случилось нечто действительно волнующее. Эти существа стали поклоняться чему-то необъяснимому, чего и сами-то никогда не видели, не слышали и не понимали, но что описывали как всеведущие, всемогущие. Имена тому были различными, но, очевидно, для хаоса этим чем-то был он сам, ибо ничто и никогда не могло тягаться с ним. А, все, да? Что это? Как выйти-то? А. Ядрить, маска какая-то страшная. Ёк, чё темно-то так, ну? Туда нельзя никак попасть. Не пускает, я застрял. Стул. Ладно. Так, хорошо. Ух, глаза хребит от этого текста теперь. У меня как будто я сейчас это ослепну. Это чё? А. Чупа-чупс. Тихо. Сюда, что ли, идти? Я уже, честно говоря, запутался. Не люблю я лабиринта, но... О, здравствуйте. Кристаллы какие-то интересные. Свет. Свет не враг тьме, наоборот, он ее дополняет. Он ее брат, которого некогда перехвалили. Мир держится на лжи о том, что свет олицетворяет добро и противостояние теням, изгоняя их. Баланс между ними всегда смещался в сторону ослепительно яркой части творения. Никто не осознавал важности их равенства, но свет и тьма — две стороны одной сущности, пронизывающей весь космос. Когда одна из них преобладает, изменения неизбежны. Со временем нечто... Ничто не остается самим собой, и эти перемены не всегда ведут к порядку или хаосу. Шрифт, конечно, Алис Капут для русского языка. Я чувствую ее, чувствую силу ослепительного света, исходящего из моей руки, как будто сама божественная благодать не зашла с моих рук, стоило лишь сказать... Люмей Тиал. И тьма склонилась предо мной. Свет. Угу. Люмей Тиал, да? Хорошо, я это запомню. Так, вы изучили заклинание, формулу записанного в дневник. Для использования заклинания удержите left mouse button или геймпад и произнесите формулу, а затем отпустите кнопку. Люмейтиал! Лососнул тунца, называется. Видимо. Здрасте. Так, по ту сторону тьмы. Одним из первых уроков паломникам был урок призыва света, чтобы напомнить им, что там, где тьма окутывает мир ложью, они первыми должны нести истину и свет. Чё? Ладно. Люмей Тиал, она сказала, да? Хорошо. Люмей Тиал. О, ядрить твой налево. Чё сделал? Чё-то светится в руке теперь. Я призвал свет, да, я так понимаю? Хорошо. А где там была тьма? Где-то была тьма, и мне нужно... Сюда, что ли, пойти? Или нет? Здрасте. До свидания. Значит, не сюда. А, там же была комната вот с этими звездоподобными фигулинами. А чё? Эта штука забирает? Люмейтиал! Ядрит компот! В рот мне ноги! Нет, не работает.
В рот мне ноги! Люметиал! О, работает. Ну хорошо. Ой. Ой, мрак. Ой, мрак окутал. И бес попутал. Это, по-моему, выход вообще, да. Да, это лалочество. Это я не туда пошел опять. Хорошо. Ох уж эти лабиринты, ох уж эти пещеры ваш чудес. Явно не для меня. Так, хорошо, кристаллы вот. А сколько держится свет? Кто мне подсказал? А-а-а, здесь вот такая ловушечка. Интересненько. А если у меня сейчас пропадет энергия, я что буду, как Тиал, ядрит компот уже не поможет мне, рот, в рот мне ноги, нет? Так не будет работать. Ну ладно. Ладно, подсветили, подсветили. Тихо-тихо, прогрузка. Здрасте. Хорошо держится свет, долго. О-о-о. Красиво, вот. Очень красиво сделано, приятно, прям глаз радуется. Один, второй не видит, да? Не, нормально, нормально, просто выражение такое. Я сегодня бодр весь. Показалось, что зубы чьи-то. Бодр весел. Просто хорошее настроение. Ничего такого. Ядри... Нет, не буду я сейчас заклинание читать. Интересно, сколько здесь всего заклинаний? По каким-то грибам бежим. Может, это его плющит от этих грибов, поскольку он по ним бегает и представляет, что оказывается, вон оно что. Круг сохранения. Сохранюсь тогда уж, что ж теперь. Добро. Какая-то фигулина, сейчас на нее прыгать надо будет, да, опять? А, вот да здравствует Half-Life! Каким-то булыжничком будем скакать сейчас, видимо. Весело, 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 весело. Как всегда. Ой, 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 боюсь, боюсь, боюсь. Эх, эх, эх. А выше можно? Опусти ей тоже свет свой. Шипит, шипит все на ухо мне. Блин, классно. Луч света. Когда появляется свет, тьма это чувствует. Не стоит думать, что она убегает. Нет, она сама ищет его. Слышишь ли ты, как она приближается, едва у тебя на руках расцветает ослепительный росток? Не просто же так твои плечи тяжелеют, как будто над тобой что-то нависло. Тьма не боится, у нее для тебя... У нее нет для того причин... О, шрифт. Наоборот, она неистово жаждет встретить своего братца. Твое бренное тело, пропитанное тьмой, может угаснуть, но тьме все равно, потому что когда ты начнешь играться в повелителя света, тени последуют за тобой. Они будут рядом, пока жизнь тебя не покинет, а после попирует ею. Ты не рад? Теперь ты тоже нам брат. Я знаю одно. Чтобы выпустить из руки луч чистейшего света, достаточно произнести... Эктолюмей. 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 Таинственные надписи подсказали мне, как его использовать. Механизм питается правильным цветом. Эктолюмей. Как много в этом слове. Куда пускать-то мне надо? Сюда, что ли, что-то пускать? Куда пустить-то что надо? А, во. Что-то собрался. Луч света. Изучение магии светового луча было одним из главных стремлений молодых паломников. Наиболее суетные из них демонстрировали свои навыки, отражая свет от поверхности, создавая при этом сложные структуры. Самые высокомерные использовали его для ослепления соседей. Мудрые, наоборот, использовали его только в случае крайней необходимости, потому что почитали силу, заряжая и оживляя лишенные силы предметы, на которых была печать света. Чё? Так, где эта штука? Эктолюме. Thank you very much. Эктолюмей. Ага. Куда стрелять-то? В кого? А, во, какие-то фигулины, смотрите. Эктолюмей. Эктолюмей. Туда? Видимо, да. Туда! Эй! И чё это? Эктолюмей! Давай, усиливай там, чё ты делаешь? Во, какая-то фигня пошла куда-то вниз. Ага. Ладно. Добро, добро! Это тоже туда же? Или это... А, это глюки. Во, вот эти фигулины теперь встали в нужный порядок. А если я сорвусь, я Эктолюмей не поможет уже мне. Все. Эх-эх-эх. Есть.
Люме ядрит. Ядрит компот. Экто люме. А я забыл, как второе это выражение делается. Ну ладно, тут уже, в принципе, светло. Люме экто, или как там было? Я забыл второе заклинание. Первое. Что за ерунда? Полегче там, братаны. Цыц. А, вон крестик. Ага, что-то там я не замечал крестика, ну ладно. Как там было первое заклинание-то, ну? Это самое, Люметиал, а? Люметиал! Ура. Сломано? Сломано? Ух ты, прикольный витражик. Вообще интересно, я в такие игры никогда особо-то не играл, но... Но смотрится неплохо, только бы разобраться, что делать дальше еще. Чего за крестик? Люме тиал! Тиал, тиал!